Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал, и сегодня у меня будет видео закупка продуктов из магазина Лента. Получилась она достаточно маленькая, ездили у меня туда мужчины мои втроем, вот, маленькая получилась по объему, но не по цене, потому что они заезжали туда за одной вещицей, которая в Ленте оказалась дешевле, и сейчас я вам давайте все покажу, чек, как всегда, будет в конце видео. И заехали они у меня туда как раз-таки за самокатом для моего старшего сынишки. У него он, девочки, все проверили, девочки, да? Как обычно, девочки в начале видео появляются у меня, все проверили. Скажи, ничего папа вкусного нам не купил. Ужасно, скажи, да? Что это такое? Вот, старшего, ну, в общем, старший у меня вырос уже по росту из своего самоката, который был, самокат старшего у меня уходит в наследство младшему, а старшему вот приобрели уже такой большой, то есть для взрослых, да. Здесь, правда, возраст 14+, но он как раз, вот как раз ему сейчас подходит, он у меня мальчик крупный, поэтому, вот, и весовое ограничение получается 100 килограмм, да, вот, и думаю, хороший, ничего тебе не купили, моя сладкая, ничего, ухани, с игрушкой, в общем, как всегда, вот, в общем, он получается дешевле, чем везде, вот, муж у меня смотрел и на Озоне, и везде, получается, в Ленте, сейчас со скидкой, то есть муж говорит, что он стоил что-то в районе 10 тысяч без скидки, и, соответственно, вот они купили. Ну и давайте саму закупку. Это они уже купили вдобавок, скажем так. Купили кусочек мяса. Я из него либо тушу, либо сделаю фарш. Здесь почти что-то 3 килограмма, по-моему. В общем, да, вот почти 4 килограмма. 3800 по 269 рублей. Муж взял уже, так сказать, чтобы было. Также муж у меня купил селедку. Что-то сказала, ему захотелось селедочки. Я ее замариную с горчичкой. Будет очень вкусно. Или селедку под шубой. У меня свекла уже наросла. Наверное, еще селедку под шубой сделаю. Также они взяли сосиски у меня. И кофе муж взял. Но вот такое. Такое, мне кажется, мы не пробовали ни разу. В общем, не знаю, почему такое взял. Наверное, акция на него была. Также немножко напитков. Купили всего лишь яблочный сок, что удивительно на самом деле. И хотя у нас еще, кстати, не закончились напитки. И вот такое, это сидр такой, да, вроде бы. Ну, что-то наподобие пива. Кстати, очень вкусный. Мы уже брали такой. Вот муж взял 3 бутылочки. Ну, одну мне, 2 ему. Вот. Также здесь они взяли вот такую шоколадную пасту. Ну, вот она, кстати, очень вкусная. Нет-нет, да. Гадость, конечно, но можно. И зачем-то они мне купили еще вот этот вот шоколад. Потому что я как-то все говорила, что он у меня закончился, а потом купила сама. И муж не знал, короче, что я купила. Поэтому, ну, мне лишним не будет. На выпечку он мне очень нравится. Также они купили у меня вот такой соус. Кавказский, особо острый. У меня муж уже покупал вот такой вот соус. Он очень вкусный. Правда, действительно острый. Ну, вот муж у меня любит, он у меня и овощи добавляет, в общем, класс. Так, здесь хлеб, ну, как бы тоже немножко докупили вот такой с тыквой и яблоками давно, кстати, подобное не покупали. И еще вот такой тостовый. Также они у меня купили сахар. Муж говорит, большие мешки обычно у меня покупают по 5 килограмм, но их почему-то нет, есть только вот такие упаковки. В общем, он у меня взял много сахара. Все потому, что, девочки, вот вовсю собираю... Это черная смородина сейчас собрала, и варенье варить, в общем, вовсю заготовки, поэтому сахара мне нужно много. Варенье или перетертое с сахаром хочу тоже сделать, поэтому сахар у меня улетает. Даже на всякие настойки, муж у меня тоже использует сахар, поэтому, соответственно, очень много его уходит, в общем. И соусов еще вот такие, такой соус взяли, сэндвич соус. Вот, и вот этот сырный соус,
он такой же, вот от Махеев, он такой же, как в Макдональдсе. Вот продается вот этот сырный соус, очень вкусный. Вот я жарю детям наггетсы. Наггетсы — это просто курица с панировкой, да, и вот как раз этот соус очень хорошо подходит. Также они у меня купили вот такие зеленые яблоки. У нас поспел белый налив, ну как, он еще не совсем поспел, вот, поэтому докупили яблочек и взяли дыньку, но... Куда-то потеряли вот эту вот этикетку, но в чеке, я думаю, будет видно. Дыни очень вкусные, вот в предыдущий раз мы покупали, и арбузы тоже уже вовсю мы едим, и очень-очень вкусные, сладкие. Особенно дынька, я ее еще, если она не сильно спелая, не сильно мягенькая такая, да, я ее кладу в кладовке прямо вот на пол, и она у меня там 2-3 дня постоит, потом режем, и она безумно вкусная получается. Также картофель докупил по 29 рублей. Хорошая картошка. Я у себя в огороде картошку не сажаю. Вот. Так что мне вот этого хватает всего. Так что вот такая вот небольшая получилась закупка. Давайте покажу вам чек. Thank you.